Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Дмитрий Николаев, приветствую вас всех на своем канале. И в этом уроке мы будем с вами разбирать добавление своей, например, музыки, музыку на контакты. Чтобы было это правильно и надежно, и всегда мелодии отображались в списке, не сбивались. В телефоне нужно на сим-карте создать 3 папки и туда разложить ваши мелодии. То есть первая папка — это будильник, вторая папка — это смс-сообщение, и третья папка — это вот именно рингтоны на контакты, какие вы хотите музыку сделать на тот, на второй, на третий, на пятый контакт. Где эта папка создается, я вам сейчас расскажу. Создавать, конечно, удобнее ее через компьютер. Ну, я вам сейчас покажу сначала, как я ее создал, где она у меня находится. То есть я вот нажимаю на все программы, выбираю пока стандартный и диспетчер файлов, и тут я в нем выбираю внешняя карта. В внешней карте я создана папка, давайте поближе, создана папка медиа. Я ее открываю. В ней создана папка аудио. Ее открываю. И вот эти 3 папки: будильник, сообщения и вот мелодии на контактов. То есть в будильнике у меня, вот как видите, вынесены только будильники. В оповещениях по смс у меня вынесены все мелодии для смс-ок. И в третьей рингтоны у меня вынесены все рингтоны, которые я буду в дальнейшем ставить на контакты. Значит, как это все создать и переместить? Для этого нужно нам подключить сам телефон к компьютеру и, собственно говоря, открыть карту памяти. Ну, давайте я сейчас это все сделаю и вам подробно все об этом расскажу. Итак, я вот открыл разъем, куда я подключаю мини-USB свое. Для связи с компьютером вставляю его. Второй конец шнура, обычно USB, я включаю в компьютер. Вот обратите внимание, когда я подключил разъем USB в компьютер уже и в телефон, у меня тут высветилось такие параметры USB подключения, и мне предлагают подключить USB накопитель. В моем случае именно это мне и надо. Я выбираю подключить USB накопитель. И вот сейчас идет подключение к компьютеру. Вот уже появилась съемная карта памяти. На съемной карте памяти выбираете папку медиа. Если ее нету, создавайте ее вручную, медиа. В ней создавайте папку аудио. И вот здесь создавайте вот эти 3 папки вот с такими названиями. Значит, первая папка, как я уже говорил, это у нас будильник. Открывайте ее, и вот у меня сюда перенесены все мелодии для будильника. Я их скачивал с интернета, и всегда вот сюда у меня расфасованы по мелодиям. Здесь будильник. Во второй папке у меня мелодии для смс-сообщений. И в третьей папке у меня рингтоны. Это у нас идут все те мелодии, которые я в дальнейшем хочу ставить на контакты. Итак, создавайте вот эти все 3 папки. Папки аудио, изначальной папки медиа. И расформировывайте, расфасовывайте все свои мелодии по категориям. После того, как вы все расформировали по вот этим 3 папочкам, можно уже закрывать и отключать подключение. Смартфона, и вот тут тоже выбрать пункт отключить USB накопитель. Все, теперь можно его отключать. Ну и после чего мы вот открываем, и теперь опять заходим в контакты. Контакты, и вот теперь редактируем какой-нибудь любой контакт, выбираем правка. И здесь мелодию выбираем, какую мы хотим. Вот открывается сразу у нас список всех именно
мелодии рингтонов с папки «Рингтоны», включая и стандартные мелодии, которые предложены. Вот. Предложены самим телефоном. Тут не откроется уже в этом разделе, например, с папки SMS или с папки «Будильники», тут этих мелодий не будет. Поэтому я вот и рекомендовал вам расформировать эти все мелодии по категориям. Ну и все, выбираем любую, какую нам нравится на этого контакта. Мелодию и нажимаем «Сохранить». После чего можно перепроверить. Правка. И мы уже видим, что вот эта мелодия стоит на этом контакте. В следующем уроке мы с вами разберем, как добавлять фотографии на контакты. На сегодня на этом все. Спасибо, что смотрите мое видео. Не забывайте подписываться на мой канал. Впереди много очень интересного, нужного и полезного. С вами был Дмитрий Николаев. До скорых встреч!